уже напророчено о конце света, сколько снято фильмов об апокалипсисе, и стоит только дать повод, как в сети интернет разлетаются многочисленные слухи о прекращении жизни на Земле. В последние дни заголовки разных СМИ так и кричат о том, что астероид упадет на Землю в феврале в 2017-м, или две планеты столкнутся уже в конце этого года. НАСА предупреждает, в феврале на Землю упадет гигантский астероид. Конспиролог пророчит очередной конец света из-за планеты Х осенью 2017 года. И таких информационных уток по всему интернету немало, и это только за последние два дня. По данным НАСА, астероид, открытый летом 2016 года, который пройдет по траектории на расстоянии в более чем 50 миллионов километров от Земли, никакой опасности не несет. Заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии КФУ Ильфан Бикмаев также опровергает слухи о предстоящем апокалипсисе. Такая информационная утка, кто-то прокомментировал из тех, кто не занимается серьезно этими вещами, и поставил под сомнение выводы астрономов НАСА. Угрозы нет никакой, все нормально, все под контролем. Сколько бы ни говорили о конце света, пусть это остаются только слова и чьи-то доводы. А если вам не хватает какого-то экшена, гуглите фильм о землетрясениях, наводнениях, столкновениях с инопланетными телами. Приятного мало, но зато за просмотренные полтора часа вы окунетесь в одно из предсказаний псевдоученых. Елизавета Евтефеева, Универ Ньюс.